Генда, не буди его, я уже устал от указаний, что мне делать? До следующей. О боже, мы его разбудили! Ну вот, поздравляю тебя, малой! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Ё-моё! Скучал? Бальдо! Ох, жесть! Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Офигеть. Атрей! А куда летим? О, жесть. Дракон. Дракон в доспехах? Эгэгэй, здорово, бро, ты на канале ФГТВ, мы продолжаем проходить с тобой God of War. Так, что за музыка? Так, мы, короче, идем опять к горе. Вот. Вау. А, это мне нужно открыть, да? Я уже забыл просто, что это, что делать. Надо вспоминать. А, да, мы опять здесь. И опять они все ужили. Нам нужен другой путь наверх. Эй, вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг! А? Разрываем! Волчара! Вот это нормас, Крадос! Ой, хорошо, блин! Не на ту кнопку нажал, ну да ладно! Тихо, кто там? О! Гад ты ползучий! Сюда, 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 сюда! Отлично, так, без сценария обновлю. Да, кто это? Ты чё, блин, а? Ты офигел, Алёшка, сюда, блин. А чё он? Не притягивает его. А, вот, притянул. Давай, стреляй, Атрей. Стреляй! Чё, стрел нету? Чё он не стреляет? Я Атрей говорю, стреляй. Да, господи. Давай, чел. А, ну все, 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 ломаем. Челюсть! Куда, куда? А, он побежал. Побежал, говорю. Побежал. Так, путь завершён, смертельная схватка. Забыл, чему тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Подожди. Это что такое? Нифига не дает? А? Бро, это что? Я забыл уже. Ладно, возьму топор. Так, а куда нам идти? Ого, тут насыпали. Я уже забыл, челики, куда идти реально. Что-то мы недельку с вами пропустили, God of War не играли. Так, а, вот это вот давай сломаем. Ага. Тут что-то валяется. Давай заберем. О, кристалл! Или это... А, это просто свет. Сундук! Сюда, ко мне! Камон, давай! Конечно. Что это за фигня мы нашли? Прочная сталь. Отлично. Так. Ну куда же идти-то, бро? Смотри, вон туда. 90 метров вперед мне показывает. Сюда. Ага. У нас, кстати, да, у нас же есть вот здесь проходик. Вот сюда мы с тобой ходили тогда, да, я ходил сюда. Тут, ну, вроде бы все, да. Уничтожено. Вот... А, да. Если подняться тут наверх, следующую площадку разрушил дракон. Ты забыл? Да, точно, Атрей, точняк, дракон же у нас здесь был. Он все уничтожил, мы же у нас с ним битва была. Да, давай вот сюда залезем, потому что вот здесь тоже что-то, вот, вот это поджечь можно было. Давай, возьми. Спалим. А, так нам сюда и надо. Нам сюда и надо, бро. Подожди, а у нас же здесь еще вот есть ворота. Вот эти. Это тайная комната или нет? Давай посмотрим на карте. Так, как карта? Как карту увеличить, а? Я не могу ее увеличить. Кратос, а рядом что? Блин, слишком я рядом стою, видимо, и я не вижу, что это. Блин, как думаешь, сюда нам надо идти или не надо, а?
Может, еще рано? Давай, наверное, рано. Давай пойдем тогда по... Да, по сюжетке. Пошли по сюжетке, а потом уже, как всю игру мы пройдем с тобой, мы потом сюда вернемся и всех тут накажем, отлупим, залупим. Ну, ты понял, короче. Зафигарим. Ладно, поехали наверх. Блин, что взять? Топор можно взять, а? Продолжать путь к вершине. Окей, я продолжаю. Да, может, там какие-то секретки были, я уже не помню, что... Ты не внемлешь моим урокам. Я делал все, что ты говорил, а взамен хотел лишь правду. Откуда ты много базаришь, пацан. Ты их прятал. Малой что-то в последнее время наглей. Ты убил бога этими клинками? Кратос молчит. Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу. Но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Вот именно. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. В смысле ты все знаешь? Что ты можешь знать в свои года? Ты еще слишком маленький. Что тебе там, 10 лет, 12? Что ты можешь знать? Даже таблицу умножения, походу, не выучил. Так. О боже. А, ну вот то самое место, чуваки. Да, он оттуда дракон вылетел, да? Надеюсь, мы больше не встретимся ни с каким драконом. Так, ну мы куда-то приехали. Стой! Кому? В кого ты стреляешь, алло? Чё он делает? Ты чё, блин? С ума сошёл, алло? Лёшка! Чё он творит опять? А, здрасте. А ну-ка с тобой, Драуга! Сюда! А, это так он бьет? Хорош. Смотри, не улетит. Сюда, блин. О боже, это что такое было, эй? Чё меня потемнело? Ну чё, я ни до кого дотянуться не могу. Давай, Кратос, разрывай его меня. Сюда! Давай, разрывай. Отлично. Хорош. Так, кто там еще остался? Раньше с ними было трудно. Всё, что ли? Так, ага. Ветер Хиля. Развались нафиг. Так, тут хпшка. Надо их всех уничтожать. А то еще живут гады. Давай! Что там, что-то есть? Не, ничего. Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Нормас. Завалили этого малого. А, ловко ты это придумал. А что тут у нас? Вот так я его заберу. Блин, фиг его знает, куда идти, правда. Мне показано туда. А это что такое? Так, ладно, возьмем топор. Мы что-то давно с топором не бегали. Ладно, побежали сюда. Прочитай, малой. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Добавлена новая легенда. Не буди его. Я уже устал от указаний. Что мне делать? До следующей. О боже! Мы его разбудили! Ну вот, поздравляю тебя, малой. Это ты во всем виноват. Давай, иди сюда, по башке тебе сейчас настучу, вонючая ты горилла. А что, тебе пофигу вообще, что ли? А как тебе... А как тебе такое? А? А тебе пофигу? Давай, стреляй, стреляй. Это я почувствовал. На, держи, по жопе прям тебе. Ваа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 a
умничка! А, тихо, ладно, 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 я пошутил. Не ори. Тихо. Давай, бей. Тихо. Ой, тихо. Бей. Ну. Вот так. На. Бля. Выпусти, выпусти. Эй. Получай. А это изи. Все, залази. Или что, или ты добиваешь его сразу? Не, давай полази пока. На нем, на. На. Получи, иди сюда. На. На. Умираешь? Да ты что, еще выжил, что ли, блин? Осторожно, сами! Да, господи, вонючий! Ты! Лови! А, сейчас меня кидать будет? А, не попал. Стреляй, стреляй! Отрей! А, все, умер, что ли? О, а что такое изи? Тоже умирает, вонючка. Рубленое серебро, закаленная сталь и хпшечка. Все? Зачем? Угу, серебро. Так, а там что дальше? А, вот сюда надо этот ветер хеля притащить. Подожди, нифига себе, как ты её должен сделать? Серьезно? Вот она одна? По сути. Я больше никуда не могу закинуть ничего. До туда я реально никак не закину. Ну, короче, может где-то что-то есть, может я просто не вижу своим балбесным, невидимым, дурацким взглядом. Короче, ладно, вы поняли, все, поехали. Так, здесь что? Здесь что-то? Сын? Как будто ловушка, нет? Что там нашел? Здесь они искать не будут. Найдите место свитка. Удерживайте. Здесь они, валькири, будут охотиться за мной до последнего мига. Награды. Легендарные чары. А, это какие-то сокровища, что ли? Да, смотри, здесь они искать не будут. Валькири будут так... Это что такое? Карты сокровищ, да. Дар черепахи. Видишь, я выполнил. Вот. Ага, морда какая-то и... Ну, понял. Так, найдите место, говорят. Я не знаю, где это место. Ладно, идем дальше. Пока идем дальше. Он наверх? Сюда, пошли! Эй, тише, тише, не беги, бро. Я справлюсь! Ой! Лови! Лови, что он делает? Вот же гад, а! Зачем ты это делаешь? Так, мне надо, видимо, топором его бить, да? Эй, тихо! Давай, 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 берем. Так, тихо. Давай. Ну. На, держи. Тихо. Ой-ой-ой. О боже. А что я так слишком близко к нему расположен? Эй. Видишь, от этого не уклониться, что ли, я не понимаю. Да блин, я же нажал. Нажимай щит просто. Не срабатывает. Так, ждем. Эй, в смысле? Ой, ё-моё. Давай. Открывай свое сердце, вонючий. Да, блин. Как... Давай, открывай. Он же достал, а? Отлично! О, бежим! Все, и добиваем его! Г-г-сечка тебе должна уже! Да как? Нет! Тихо! Давай, откройся!
Ловей. А, все? Все? Сдох наконец-то. Вонючий каменный уродец. Как же он меня бесит. Так, что это дал мне? Редкий предмет чара, окей. Бестинарий обновлен. Так, обломки древнего, сердце древнего, еще там что-то древнего, все древнее, короче. Фух. Замучил просто уродец. Так, ты что-то я все взрываю. Вот здесь я могу взять вот эту штуку, да. Прыгнуть туда и... Блядь. Ага, ага, тут могу двигать что-то. Только зачем? А, вон туда залезть, что ли? Давай. Тащим. Тащим, потащим, вытянуть не можем. Так, сюда? Правильно? Да, правильно. Так, хорошо, что здесь? О, у вас тут секреточка еще одна. А, нет. Никакой секреточки нет, блин. Это обидно. Так, мне в ту сторону идти, значит, сюда я могу залезть. О, такой сундук. Хорош. Я думал, это путь назад, может, думаю. Ну нет, ух, мифический воинский пояс, ясность, легендарный предмет, броня для бедер, постановление, посмотреть в меню, давай посмотрим, мифический, конечно, одеваем, или надеваем, как правильно, надежная реликвия выживания, живучая защита, да, вот эту надеваем, офигеть, прикинь, мифический пояс какой-то нашел, хорош. Мега хороший. Я вот еще не знаю. Кто там? Я вот еще не знаю, кстати. Вот этого древнего можно было не топором, допустим, валить, кидать, а ножами. Ну, видишь, топором, наверное, удобней. Потому что он далеко летит, а у ножа... Не у ножа, а как это называется? О. Угу, понял. У клинков, короче, у них расстояние, видишь, небольшое. Да, блин! Ну сюда прибеги! Господи, вот ты малой, а! Не может попасть даже. Так, хорошо. Закаленная сталь. Пошли дальше. Когда мы уже поднимемся наверх? Мы сейчас тоже так же долго идем, мне кажется, как в первый раз. Помнишь, там лифт вот этот, пока мы там нашли, то да все. Неважно. Так, еще что-то. Иди прочитай, я еще что-то нашел. О, вергном, набор артефактор. Выполнено, прикинь, все артефакты нашел. Серьезно? А как мне тут посмотреть? Ресурсы? А я не знаю, где тут. А я не знаю, как зайти. Так, добавленная легенда. Вот и все, Асгард стал неприступным. Все входы и выходы, кроме тех, что во власти Одина, закрыты наглухо. Нам не грозит ни чума мертвецов, ни агрессия ванов. Известия об этом должны достигнуть ушей благородного Тора. Ибо уже скоро ему предстоит сыграть свою роль в плане всеотца, хранителя ворона. Ага. Не понял. Всеотца, хранителя ворона. Типа он заменит Одина, что ли? Чего бы, друг? О! А! Ну да. Тоже могу это спалить. Я думал, что сюда тоже эту штуку надо. Ох! Мифическое оплечье ясности. Офигенно! Два гнезда! Кто? Шестой ловил. Так, это удача дает, а это удачу отбирает почему-то. Почему одну отнимает, что-то добавляет. Так, восстановление. Силу, да, давай силу, наверное, пятый уровень. Ага. О, подожди. Я неправильно сделал, вот я балбес. На второй надо было, да, тут же два. Это, да, сюда шестую ставлю, а вот сюда уже плюс силу еще даю. Вот теперь нормас. Теперь нормас. Знак следопыта, да, и вот. Все, отлично.
Хорош, нифига себе, я броню себе собираю, чуваки. Прям мега хорош. Да, с хапышка что-то. О, здрасте! Опять гном здесь. Гном-гномыч. Привет. Не думал, что вы тут пойдете. Один новое место. Эй, да как вы, блин? Ну и что тебе может? Так, хорошо, что у вас есть? Создать могу броня. Так, нагрудная броня, перчатки. Так, узорчатые какие-то браслеты защиты. А, ну, они что-то не очень, да, 5-го левела. Подожди, а у меня сейчас что за броня? Левиафан могу улучшить? Нет. Клинки хаоса могу? Нет. Колчан когтя могу? Нет. Ну так, нагрудная броня у меня какая? 5-го левела. А, гнездо для чар. 2. Это что, нагрудная броня? Ага. Броня для бедер. 5-го левела. Чтобы ее прокачать, смотри, 5 плюс будет. Ну блин, даже не знаю. Я тут сначала продать так, нагрудная броня, артефакты. Давай продадим. Узорчатые чаши, да, продадим десяточку. Так, камни воскрешения. Простой камень воскрешения продать. Не, я не буду продавать. Это все улучшение. Так, броня Атрея. Давай Атрея посмотрим какую-нибудь броню. Блин, нифига себе, она дорогая. Чё так дорого-то все? Так, давай продам что-нибудь. Волдрудскую кирасу продаю, чародейскую накидку продаю. Броню для бульдера продаю. Может быть, отрею хотя бы броню какую-нибудь сделаю. Ресурсы? Нет, ресурсы продавать не буду. Нагрудная броня, броню так, купить могу. Это что? А, ну это то, что у меня было, я могу купить. Так, броня... Атрею, давай что-нибудь купим. Смотри. Легендарная одежда лучника, легендарная туника бойца, легендарное рунное одеяние. Давай смотреть. Прицельный выстрел увеличит урон врагам, находящимся в воздухе. Увеличенный урон, наносим последней стрелой при быстром стрельбе. Стрела, выпущенная в прыжке, наносит дополнительный урон. Здесь что? Враги, придушенные Атреем, получают увеличенный урон, увеличение урона от оглушения. И Атрей может дольше душить врагов. А здесь что? Атрей иногда находит камень здоровья. Вот, это хорошо. Повышение эффективности камня здоровья в течение 8 секунд после рунного призыва стрельбы вызывает дополнительные негативные эффекты. Блин, даже не знаю, что, чуваки, взять. Камни здоровья, кстати, это хорошо. Я иногда туплю, блин. Да, давай, наверное, вот это я куплю. Для маленьких людей. Да, и выбираем ее сразу. Так, теперь смотрим. Себе прокачать могу броню? Нет. Нагрудная броня. Ну, кстати, да, могу прокачать. Давай прокачаем. Угу, окей. Нагрудную прокачал. Теперь броня для бедер. Тоже смогу улучшить. Отлично. 5-й уровень плюс. Хорош. И что? А попробую создать броню для рук, кстати. А, ну теперь мне не хватает рубленого серебра. Ну все тогда. Тогда все сделали. Ладно, идем дальше. Все, у нас тут выход. Сразу поехали. Где мы очутились с вами, чуваки? Вау. А это где? О боже. О боже. Давай. Так, валим. Подожди. Сюда. Офигеть. Офигеть. Давай. Спартанскую ярость. Нормально я валю, нет? Ой, да. По-моему, ГГшка. По-моему... Молодец, Атрей! По-моему, стоп сбил! Тихо! Тихо! Сюда иди! Стреляй, Атрей! А, всё! До свидос! Всё, что ли? А ну-ка, собираем. Легендарный предмет.
Пыль миров, да. Пыль миров забрали. Так, закрывайте между разрывы, да. Это я уже знаю, закрываю. Так, вот этот сундук я забыл. Тоже какой-то мифик или какой он там. Это что? Фрагмент тайнописи Нильфхеймской. Мир тумана. Откройте мир Нильфхейма. Нильфхеймская тайнопись. Еще один такой сундук. А, еще какие-то печати, видишь? Другие миры, видимо, путешествуют. А это что, не взрывается от его стрел? Ага, он только от моих, прикинь. Ну ладно, понял. Ой, тише. Так, полезно. Они ничему не учатся, да? То, чё? Ты про что? Чё он сказал? Так, я надеюсь, тут ничего не пропущу. Ворона нету тут нигде, вонючку. Вороны Одина. Ненавижу вас. Так, чё это? Что, упустил, думаю? Фух, ну хорошо. Ну хватит вам. Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Так. Вы серьезно? Это все время тут было? Я могу теперь назад возвращаться? Мы на самой вершине, чуваки. Да, смотри, я могу и назад вернуться. Ну окей. Вон оно, дерево. Где мы с вами отрубили голову Мимиру. Бежим, чувак, бежим. Так, что у меня за оружие, да. Блин, мне надо, кстати, прокачаться попробовать. О! Так, окей, мы сейчас, походу, откроем путь какой-то. Ой, сундук тут. Ну, спасибо. Ну, спасибо, я тебя искал. Давайте мне еще. Броня. Да. Мифические браслеты ясности, пожалуйста. Вот она. Вот оно. Надеваем, переходим к гнездам. И тоже безупречный элемент мира. Седьмой уровень. Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру неукротимости, не позволяющую противнику прерывать атаки Кратоса. Офигеть, нифига себе, уже легендарочка какая-то пошла. Не, или это эпик тут читается, я что-то не знаю. Так, подожди, давай в броню, ну-ка, зайдем. О, а чё мне здесь не хватает? Так, а чё бы такого? Защита и живучесть. Да, вот это давай. Во, отлично. А тут есть что-нибудь новое? Вот тут нету, вот талисманы, где их брать? Так, а чё там от Рей, смотри? А, ну у него броня тоже нифиговая, да. Она выбрана же, да? Да. Так, пошли в навыки, посмотрим, что есть здесь. Здесь у меня все куплено. Так, пошли ножи, посмотрим, что я могу прокачать. Так, это что? Увеличение радиуса мощности взрыва стихийного всплеска. Как работает? Непонятно, но окей, покупаем. Так, это что? Прицельтесь, удержите РТ, чтобы накопить заряд. Ага, окей, тоже покупаем. Так, Атрею. Атрею мы прокачали с вами все. И вот здесь еще что-то можем прокачать. Спартанская ярость, удержите РБ, чтобы нанесить мощный удар кулаком, отбросив врагов назад с огромной скоростью. Окей. Это что, спартанская ярость? Нажмите ЛБ, чтобы провести быстрый удар по земле. Нанеся урон сюда, ага, бампер, прикрываешь атаку. Ну окей, давай, допустим. Это что, спартанская ярость? 4500! Ух, нифига себе урон! Смотри, какой дичайший! Просто по всей поверхности. Давай, берем. Фиг с ним. Ладно, все, хватит пока. Так, ну все, полезли, Атрей. Полезли наверх. Аура неукротимости, вон она, да? Появляется. Ну все, так, теперь нам осталось пройти, по-моему, в этот портал, да? Мальчик, руну. Во, да, тело Мимира. Ну, такое вообще никто не должен видеть. Спасибо. Да ладно, посмотри ты на себя, что ты. Так, руна. Да, мы же сюда пришли, чтобы активировать вот этот портал. А где руна? А что, где руна? Ага, вот она.
Так, найдите точку крепления с помощью... Подожди, эй, зачем я нажал кружок? Господи, там же что-то надо было нажать. РТ для удара, да. Раз. Где? Два. Три. Наверное, вот тут вот. Четыре. Че? Нет, все. Активировал? Отлично. Нам надо в Йотунхейм. Ого. В мир великанов. Вот все. Поехали. Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Ё-моё! Скучал? Бальдо! Ужас! Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Ох ты, говняк! Давай, Кратос! Бальдер, отпусти их! Возьми меня, я сделаю зомби! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Офигеть! Давай, бей! Блин, дайте мне управление, я бы его разорвал! Кратос, что ты сделал? Ё-моё, портал уничтожил! Нет! Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхейм? Ах ты, тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь! Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! Трума! Офигеть, к отца! В отца выстрелил! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Жесть, конечно. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Офигеть. Атрей! А куда летим? О, жесть. Дракон! Дракон в доспехах? Офигеть! Ты никогда не сдаешься! Никогда! Иди сюда, говно! О, красиво! Одновременно друг друга ударили. Дайте мне управление! Стой! Давай! Брось моего сына! Я нажимаю на парирование. А что делать? А, угу. Да боже! Тихо! А как бить? Бей! Меня не остановишь! Я тебя сломаю! Да черт, когда ты кого-то сломаешь, ты просто вонючка. А чё это мы должны вздыхать, а? Борода ты вонючая, не мытая. Сейчас я тебе бороду твою оторву тебе. Кусок ты. Как же он достал, а? Просто, чё тебе надо от нас? Чё тебе от нас надо? О! Мы играй. Мы, Кратос, мы. Задуши его, нахуй! Задуши! Нет! Да боже! Как же ты достал! На! Держи! Хо-хо! Полетим, говнарь! Ох, это наша конюшка! Да! Господи! О, нет! Кратос!
Походу, лошадка сейчас умрет. Куда? О, нифига себе, как удобно. Мы прямо сюда прилетели? А, он упал туда. А где змей, эй? Мировой змей, давай, вольни его нафиг. Сожри его, что ты смотришь, он там стоит. О май гад. Кто мне тут мост открывает? Эй! Тихо! Я задал вопрос. А молчи! Не до тебя. Ты опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Асгарда? Я хотел сказать. Все кончено. Да ну. Он открывает Асгард, что ли? Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын! Боже, куда их опять закинуло? Нелегкие им, что ли? Куда они летят? Это какой мир? Я что-то не понял. Это Нильфхейм, по-моему, чуваки. Да, мир вот этот мертвых, да? Сын. Я тут. Не двигайся. Не двигайся, сейчас я приду и под... О-о-о. Ты мне поможешь? Нифига, как там уничтожить? Я там вижу фигнюшку. А можешь? А ты где? А, вот он, господи. Вставай. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Шапляк, дай ему, блин. Подзатыльник. Балбес. Подзатыльник, как прописал бы, блин, с вертушки. Так, окей, куда нам идти? Как холодно. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Угу. А как мне вниз спуститься? Там видали? Там вижу же... корабль. Вон сядем сундук. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Угу. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Помоги, блин. Что ты? Что ты сделал? За хип... Для хип-хопа. Сын. Это не я. Бестина, скитальцы. Так, бросай топор им в ноги. Папа может не только быть и щит, но и заставить их споткнуться. Ага. Петро. Твой... Чё, говоришь, не ты? Это не он сказал только что? Так, окей. Что это нам дало? Как мне вниз спуститься? Там сундук? А? Чел! Чё молчишь, как ведь? Вонючка. Странно, ладно, пошли.
А, начинается. Прикольчики. Иди сюда. Сюда. Кто там еще? Чё это? Эй, кто это? Кто это кидает? Чё там, а? Ты? Сюда иди. И ты сюда иди. Ой. Блин, прости, неловко вышло. Так, без сценария обновлён опять. Чё там? Тень разведчик, этот ведёт себя как тень, но вместо Сейдер использует магию льда, и он точно скитались. Давайте тихо, сейчас всех завалим. Зафигарим. Всех завалим, зафигарим. Так, куда мы идём? Это был я. Но мы боги. И можем делать всё, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Это ты был. Не здесь. В том-то и дело, что... Да. Надо идти дальше. Да. Так, корабль какой-то. Что за корабль? Так, там внизу очень много сундуков. Как туда спуститься, блин? Или мне туда и надо, а? Кто знает? О, тут почему-то наверх. Не сюда? Голова, что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Это то, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Так, сюда. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. Пока я не такой. Да уж, надеюсь. Теперь не мешай. Так, ну я туда, так и не смогу попасть, что ли? Или смогу? Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Не говори, голова, не это. Не труби туда-сюда. Ага, я понял. Возьми. Да ножи возьми! Эй! Чё, издеваешься? Так что ли? Ну это есть загадка. Опять ты! Ага, понял. А, понял. Не нафиг. Эй! 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 Я нажимаю! Что, какого фига? Я нажимаю, главное, на это. Не блокируется, что ли? А, вот это да. Это я знаю. Будешь два удара подряд? С контратаками не очень выходит. Иди сюда. Как тебе такое, а? Иван Кас. Как это такое? Умри. Развалился? А чё? Пламя хаоса. Хорош. Да, Пламя Хаоса. Да, это улучшение для клинков, я помню. Звучит трофей путника, да, это я тоже помню. Без сценария обновлен. Что это? Мертвый
Путники злее и опаснее обычных. В них трудно стрелять. Потому что они бегут прямо на нас. Угу. Очень информативно. Так. Хорошо, куда мне? Подожди, открой. А как это забрать? Блин, тут что-то... Столько непоняток. Как это работает? Я могу уже топор забрать, нет? А, вот это. Ты кто? Ты так медленно, пафосно встаешь! Вонючка. А для чего мне вот эта вот штука? Ну, подвину я ее туда. А-а-а. А где Трей? Туда тоже не могу залезть. Да, боже, что за фигня? Что за дурацкие загадки, которые невозможно решить? А Трей, ты где вообще лазишь? Ты мне там помочь должен был. Может, залезть тебе туда надо было или чё? Стой, кажется, там Бальдер. Да, там Бальдер. А, здесь, главное, я могу запрыгнуть. Подожди, ты иди сюда, Бальдер, Смальдер. Я знаю, что там Бальдер. А, может быть, вот отсюда потом туда прыгать. Господи, да. Не, ну это прикольно, ну... Вот так, да? Да, вот хоп, сюда, и теперь сюда, да. О, божечки, божечки. А там вообще я не понимаю, как эти сундуки забрать снизу. Кто? Ах ты, гад. Ну, давай. Кидай! А, Трей, ты же можешь там его убить. Забыл, чел, что у меня есть сзади свой лучник. Ладно, поехали. А, Трей, все, пошли. Забираем нож. Топор верни. Там Бальдер, да, я вижу, что там Бальдер. Я бы никогда не согласился. Слушай. Ты не имела права. Я не имела права. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчез. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Но... Верни. Ага. Фрейя. Это же Фрейя? Ты все поймешь. Это его... Ты все поймешь. Давай. Это ее сын Бальдур? Нет. Да. Не пойму. Давай. Давай. Че? Он ее убить хочет, что ли? Я чуть не понял. Что за фигня? Что за фигня происходит? Или хотел убить? Хотел, видимо, убить, да? И не смог. Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала? Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Ага.
мать. Идем туда. Или нам не сюда? Куда это я иду, я чуть не понял. А, это сундук просто. Проигрывать его мать, что ты молчал, голова? Реально, что ты молчал, голова? То есть она сделала его... типа, неубиваемым. И он ничего не чувствует. Ни боль, вообще ничего. Никаких чувств. Потому что он там говорил, я типа не могу типа не выпить там, ни с женщинами побыть там. Что-то такое. То есть он вообще ничего не чувствует. Никаких чувств нету. Как я понял? Не только боль. Не только боль он не чувствует. Он не чувствует ничего. Говори, чел. Че, как тебе? Понравилось, а? Ты че? Это предводитель? Ты че, орёшь мне? Тише. Да вы достали меня, блин! На! И еще разочек, на! Еще много, много-много раз. И еще раз. Кто это? Да блин, там еще плюется, там вонючий драка. А, понял. Так. Эй, я нажал. А, это вот... Не блокируется. Да господи, почему тут есть какие-то удары дурацкие, которые... Не блокируются. Тихо, тихо, тихо. Вы что, разошлись? Вы что, меня убить хотите? Нет, нельзя. Фу. Давай. Отлично. Так, мне надо вот этого кошмарика забрать. Сюда. Сюда, говорю. Да-да, кошмара заберу. Лови. Иди сюда, морда. А, все, меня сюда, морда. Ты, не до Бальдар. Вонючий. Сюда, блин. А, еще один такой же. Угу. Ты справишься? Я справлюсь, все. Все нормально. Все нормально будет. Да, лоу хп, конечно, но чуть не сдох. Когда я убью тебя, придется многое сделать. Кто это? Поспешим. Кто это? Так, бестинар. Если он ударит с размахом, промахнется, его палец застрянет с земли. И вот тогда... Ага, надо его убить. А кто это базарил? Когда говорит, я там тебя что-то убью. В смысле ты у меня убьешь? Ты кто вообще, чел? Покажись! Нам вперед надо или куда это двигать? О, давай. А вот он и сундук. Ну блин, а я переживал, как его найти. Ага. Искать теперь эти штуки, разбросанные по всей фигне, да? А где они могут быть? Это что такое? Ага. Для чего ты что-то куда-то? Подожди, а для чего его? Не знаю. Но тут надо найти три печати. Одну я вот эту я видел, да, вот она здесь. А где еще две? Еще две печати, где они могут быть? И нафига я взял вот этот вот камень, кусок камня? Кто-нибудь видит хоть одну печать, чуваки?
вот оно внутри. А, хитро. А куда ее тягать? Ага, неправильно. Я понял. А, и вот тут залезть можно, смотри, видал? Ну там залезть было, да. Одна в камни. Понял. Вот тут ее оставь. Понял. Так, и залезть можно будет там наверх. Сейчас до конца этот камень надо дотянуть. Только зачем? Ну, сейчас попробуем. Вот, видишь, вот тут, вот. Запускайся. Вот тут, ага. А, тут сундук. А, и вон печать. И вон печать. Как спрятано, вот же гадость. Ага, не дотянулся. Ага, высоко. Нормас. Сюда. Сундучочек мой, отлично. Фух. Ну, хорош. Это что? Это рок. Первый, причем рок. Ну как первый? Уже не первый, естественно. То опять. Вонючий кошмар. Сюда. Да блин! Да боже, вы достали! А ну-ка сюда! Да как вы плюетесь там, а? На, лови! Эй, я нажал! Эй, я нажал! Сюда, иди, блядь! Кидай там, ну-ка, валите нафиг! А всех развалил, да. Ох, так, куда дальше? А вот этот корабль? Что там вроде про корабль говорили? Да, нам сюда. Блин, ну сегодня крутая серия была, чуваки, согласитесь. А, не уверен, что на нем можно плыть. Воспользуйтесь кораблем. Почему нет? Не мешайся. Поджег корабль. Не мешай мне поджигать корабль. Сделал. Говори. Помолчи просто нафиг. Не хочу с тобой разговаривать. Так, что тут? Давай, парус, поднимаем. Парус, да, есть. Хорош. Движемся. Славно. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль, он мог летать. Скидбладнир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем. Что такое? Что такое? Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь? Я не знаю, чувак, что делать-то? Так, чтобы взмахнуть левиафан, нажмите РБ. Паром решил. Ты паруса спустил? Смотри. И что дальше? Что делать дальше? Спустил паруса, но они должны ловить ветер. Да, мы сейчас полетим. Реально полетим? Это жар от огня. Мы вправду летим! А, ну да, огонь горит. И мы взлетаем вверх. О боже. Чё опять? И мы снова застыли. Ненадолго. Ты жди здесь.
Ого, ты сделал огромный небесный фонарик. А, вот он. Вау. Блин, ну прикольно. Как же они классно все это понапридумывали, а? Ну что-то тут надо сделать, но я понимаю, что да. И что-то надо сделать, но это я там просто вижу вон сундук. А, нифига себе, это что такое? О, офигеть. Офигеть. Вот это прикол. Окинь. И сундук здесь, блин. Офигенно. Так, это что? Самооборонническая атака, здесь. Атака с разворотом, нанося урон всем заступным противникам. Ну-ка, давай посмотрим. Так, буря и кара. Что она делает? Еще раз, блин, я читал название. А, нифига. А это у меня... Это у меня... Вот, не, вот это дичайший урон просто. Смотри, какой. Просто дичайший, да. Не, я оставлю то, что у меня сейчас есть. Пацан, что ты там, блин, постоянно какие-то свои комментарии вставляете? Не беси меня, пожалуйста. Блин, вот сниму ремень просто, возьмите по жопе. Шлепаю тебя нафиг. Что ты там постоянно болтает? Можешь не лезть под руку отцу? Я отец, я играю за отца, понимаешь? Ты меня бесишь. Вот. Камень власти над огнем. Легендарный предмет чары. Увеличенное увеличение всего наносимого урона от огня на 25%. Угу. Хорош. Мега хорош. Так, мы реально летим, да? Мы поднялись высоко достаточно уже. О боже. Давай, Кратос, прыгай. Есть! Корабль свободен! А как? Меня там. А? Ведьма? Нифига себе, ледяная ведьма? Иди сюда, говна. Ой, а что так быстро? Какая слабая ведьма? Ну тогда умри, ведьма. А, еще одна. А, прости, бабуль, я не заметил. Я думал, ты одна, а ты, оказывается, с подругой, ладно. Иди сюда тогда. Давай, стреляй по ней. Ведьма. Умри, ведьма. На. Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхе. Так, как и другие скитальцы, ведьмы используют магию льда, которая может замедлить нас. В детстве я слышала сказки о ведьмах, но только не о таких. Наверное, мама считала их слишком страшными. У нас нет вариантов, а уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Атрей не твоя забота. Так, а как он туда... станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Боже, походу я сам себя в ловушку загнал, да? Угу. Понял. Понял. А ловко. У вас тут все это придумано. А вон еще какая-то фигня. Если я сейчас сюда встану, я думаю, что там еще секретка, да? Смотри. Ага. Ага. И еще выше, походу, можно там полезть куда-то. Сейчас смотри, смотри. Смотри, что я придумал. Ой, да, еще выше можно. А ну-ка крутим. Блин, что, не попаду, что ли? Да, отсюда что-то как-то не особо, видимо, попадешь. Ну там по-любому еще выше что-то было. Видишь? Ну ладно.
Атрей. Помочь? Давай вместе. Давай. Ну! Ну нажимай, пацан! Блин, я-то кликаю, а ты нифига не кликаешь, по-моему. Все, полетели. Получилось! Мы свободны! Ну да. Покиньте Хель. Мы отсюда выберемся. Хейм. Сразись со мной! И покончим с этим! Кто это? Да, сын мой, пора. Нет. Кто снова это? Этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Угу. Небеса Хельхейма. Айсберг по левому борту! Держись! Так, подожди. А это кто? Замер, смотри. Просто замершая фигура. Право! Эй! Ты откуда тут взял? А? Огонь по правому борту! Вы что, офигели? Вы... За проезд! Передаем! Какого фига бесплатно катаемся, а? Кто вам разрешал ехать на моем корабле, а? Не сюда. Ну что так медленно там вылазишь? Можешь быстрее вылазить, а? Сюда. Они тушат! Они тушат! Я вам сейчас огашу огонь. Быстро разжечь, 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 разжечь! Так, бежим туда. Что такое? О боже, это что еще? Это что? Кто это? Какое-то препятствие! Слева! Гарпун! Я его срежу! Тихо, все нормально. Тихо, да кто там? Блин, как же достали, а? Где вы? Или мне просто надо тупо гарпун срезать, а? Давай, гарпун. Срезай! Как? Осторожно, сзади! Нет, надо их убить сначала. Давай, срезай гарпун. Давай. А кто это просто кидает? Получилось! Ну, вроде бы. Огонь не гаснет, нет? Огонь горит. Сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Очень долго мы туда летим. А, вот уже. Чё? Ты как туда залез, ты? Кусок ты дерьма. Вот сюда, иди. Ледяная какая. Держи. Умирай, ледяная. Курина. Кто там еще? Да что ж вы? Лезете, лезете, а! Что такое? Можно уже за проезд концерт там все передать, а? Отойди от него! Вроде вонючие, а? Задолбали меня! Сюда, блин! Там огонь погас, вот же гады! Ты сейчас он... Разожгись, разожгись, разожгись! Иди ты нафиг! Сколько вас здесь? Ты посмотри, что творят, а? Берут просто гасит мой
Огонь не греть, мне холодно, уйдите нафиг. Нет, 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 нет. Я сейчас вам погашу. Болит. Тупые, а? Тупые. Они там погасили уже, нет? Нет, с той стороны не погасили. Ну кто там? Голова, когда мы доедем уже? О боже, сейчас врежемся. Мы врезались. Пролетели мимо, смотри. Да иди нафиг, а! Хватит мой огонь гасить! Разжигай, они все гасят и гасят. Да я слежу. По правому боку огонь подай! Все нормально, сейчас разожгу. Просто не кончается, а? Что за уроды? Все? Пожег? А нет, все, круто. Иди. Да иди разжигай, я уже устал туда-сюда бегать. Уже замучили, а? Посмотри, они закончатся сегодня, нет? Чуваки, что происходит опять? Опять? Да кто? Вот же замучили. Может сейчас весь корабль развалится, вот серьезно. Кто это? Ну кто-то болтал, слышал? Стреляй! Куда ты? Еще одна. Да гадина! Да боже, стреляй! Стреляй! Они меня заморозили! Стреляй! Еще? Рома, все, до свидума. А, да. Все, господи. Закончится сегодня или нет? Вонючее приключение. Забираем все отсюда. Рубленое серебро, тут что у нас. Блин, тут насыпали, конечно, много всего. Надо, да, забрать все. Почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Так, ну все, когда мы прилетим уже, а? Ну когда уже конец? Ну уже этот мир бесит просто. Он ледяной страшный мир. Реально раздражает уже. Я уже запутался, где перед, где за... Да опять! И посмотри, ну что это такое? Это уже не смешно. Не. Полетел. Они пытаются погасить огонь! Справа! По правому борту! А откуда ты нарисовался, эй? Они прямо здесь на моих глазах уже появляются. По правому борту огонь погас! Ну, отлично. Просто так. Боже! Вы закончите сегодня или нет? Сара! Говно! Да откуда?
Да блин! Вы смотрите, что делают? Он просто бесконечно бьет. Я нажимаю вернуться, а барашка не работает. Смотри, прямо по курсу уже видно! Тренимся! Еще гарпуны! Да, опять гарпуны, но это уже не смешно, это уже реально пипец. О май гад, еще и это говно, а? Иди сюда! Так, ладно. Валим, 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 валим! Да не хочу берегиться! Стреляй! Давай, иди сюда, вонючая ты, горилла! Вали своих успешников! И вали сама отсюда! Два! Сдохни! Сдохни! Вот так вот! Пасть на бекрень. Отец, не заходи на нос! Он отломится! Но нужно вытащить гарпун! Кто там летает? Так, пошли. Пора, короче. Что тут сделать? А что нету активации? Гляди за ними! Да, блин, не то. Не то, я хотел бросить гарпун. Да. Умри! Все? Да, он хочет оторвать нос. Давай. Отпускайся! Отпустись! Да! Бедный корабль, по-моему, надо. ГГ. Мы подлетаем. Час пробил, сын мой. Наконец. Посмотри, что ты натворил. Зевс, иди нафиг. Не до тебя сейчас. Офигеть! Просто жесть, чуваки, просто жесть! Какое-то немыслимое сегодня было приключение, просто немыслимое. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые! На сегодня... Мы покидаем этот мир, сейчас же! Все. Главное не...